одни из самых таких веселых, интересных лет моей жизни. Студенческие годы. Я не знал, что сегодня будет, но я знал, что сегодня что-то произойдет интересное. Вот так вот с этим чувством каждый день я ходил в наш родной институт. И лыжный сбор, и картошка каждый год. Как-то так все это было весело, дружно, задорно. Ну и комсомольская работа тоже интересная. Да, и конкурс художественной самодеятельности. И мы каждый год 1 апреля устраивали там юморины какие-то. Очень интересные были вечера гимнастики. Наши гимнасты, кафедра гимнастики, вообще молодцы. Они такие устраивали вечера интересные, с юмором. И все это спортивное такое. Я с удовольствием вспоминаю клуб нашего института. Юрий Павлович, забыл уже фамилию, руководил им. Мы делали постановки, спектакли, студенты играли в спектакли. Собирался полная аудитория, я не помню номер, наш актовый зал вот уже в новом помещении, да? И стройотряды с огромным удовольствием вспоминаю, потому что летом выезжали на заработки в Казахстан зарабатывать какие-то деньги. То есть все, что связано, все, почти все, что происходило эти 4 года, такие яркие воспоминания.